Саламу алейкум, приветствуем всех. Вот сейчас смотрю дом «Россия-24», они рассказывают про Северодонецк. Типа 30% там освобожден или 20%. Жилой сектор полностью там под контролем наших бойцов. И те люди, которые там далеко от Северодонецка, там минимум 160 километров, они делают такие эфиры. Это вранье. Вот, на промзоне, есть чуть-чуть, остались шайтаны, там был большой взрыв, и мы проверяем, что дальше. Так что проверяйте, о чем вы говорите. Надо говорить людям правду, а не врать. Как-то так.